Привет, друзья, с вами Rush Tarinzuk, и это онлайн мясо по игре Mortal Kombat. Сегодня у нас играют Абу Талипов, Давиденко, 1968, Бифи, Шедан, Скрим 73 регион и Каменский. И мы начинаем мясо! Я опять пытаюсь брать Сайрекса, не знаю, что из этого получится. Скорпион. Так, Каменский взял Скорпиона, он, скорее всего, им лучше всех играет. Он хочет мне отомстить за прошлые обиды, наверное. Я с Алексом плохо играю, я просто взял его, чтобы немножечко научиться, короче. Будем, короче, бомбами спамить. На, блин, черт! И сразу, блин, двойная цепь, как так? Блин, Нет, не-не-не-не, подожди, подожди. Эй, стой! Ой, мимо X-Ray! Он присел и... Этот X-Ray такой очень нафиговый. На тебе, блин! Сетку! О, как же он так сетку-то мою, а? Ай! Ах, она мне! Не знаю, что-то мне вообще не катит в последнее время. Как я в DC начал играть versus, я стал проигрывать в Мортале. Точнее, я и раньше проигрывал, но были какие-то сподвижки небольшие, а потом они сразу исчезли. Да блин, ну так вот, на! Я попрыгнуть хотел, но не успел, короче, мне поджарило все равно. Ну ладно, все, короче, я заслужил. А то, что плохо, задрачивал Сайрекса. Еще раз убеждаюсь в том, что лучше им не играть, мне. Не умею я им играть вообще. Не понимаю, как им играть. В некоторых аватарах такие страшные лица. Вот смотрите, Найт Вульф, да? Вот у Сони тоже как-то страшновато выглядит. Я, кстати, впервые, наверное, вижу ее аватарку. Ее что-то, наверное, никто не брал. Найт Вульф, у Найт Вульфа лицо, как будто он какой-то, я не знаю, полутруп. Так, Абу Талипов вышел на арену. Ну, блин. Абу Талипов вышел с арены. Блин, ну дайте поиграть, да. Ну же. Блин. It has begun. Это началось. Все-таки началось? Или нет? Видимо, да. Итак, Давиденко 1968. Все-таки будет сейчас биться. Против Каменского. Давиденко правил не знает, вроде в группе ВКонтакте писал, что хотел поучаствовать, и что в результате? Скипаем ролики. Но это ж тебя сейчас будут жестко наказывать, Найт Вульф. Ха-ха-ха!
Так, все, пока. Найтвуд одерживает победу в первом раунде. Не сказать, что прям такую уверенную, но одержал. Молния не помогла, зато помог фаербол от Лю Кэнга. Двоечка от Лю Кэнга. Так, что-то непонятное сейчас происходит. О, молния все-таки шарахнула. О, топорик. Боевой топор войны. Что-то Лю Кэнг немного ошарашен, по-моему. Ух ты! Последок решил все-таки провести X-Ray, если он ему, конечно, поможет. О, этот X-Ray можно еще и апперкотом завершить, оказывается. Ого, 1-1! Вот как X-Ray повернул исход поединка, смотрите. Ведь второй раунд шел практически в одну калитку. Найтвульф что-то начал огребать в этом раунде, очень нехило, пропускать удары. Такое ощущение, что сейчас Давиденко одержит победу. Все-таки апперкот последний от Лю Кэнга был решающим. Сейчас он исполняет джигу, по-моему. Надеюсь, Найт Вульф понравился. Молодец, выиграл, но вы знаете, за что я ставлю 0 это? За пропуск ролика в начале. Правила? Знаете правила. We have a new king. It has begun. Итак, на арену вышла Бифи. Девушка-файтер. Девушка-боец. Одна из единственных, которые у нас участвуют. Джакс. Соня. Так, Джакс против Сони. I guess I'll have to do this the hard way. Round one. Fight. Ну что, кто же окажется круче, да? Оба из одного подразделения. Конечно, Джаксон мощный, все дела, качок, нигер к тому же. Но Сони должна затащить. Она классный персонаж, серьезный персонаж, и можно затащить. Она попадается в стальные клешни, блин, Джакса, но мстит ногами, короче. Так, плохая серия от Сони из двух ударов. Ну хотя бы так, почему бы нет. Я иногда и два удара связать не могу. Но все-таки пока Давиденко выигрывает. Ох ты, неплохо. Неплохой был удар с вертухи. Джакс хотел зажать ее в углу, но Соня не дала. Опять он ее к этому углу все подтягивает. Молодец, молодец. О, отлично, 1-1. Все-таки запинало. Так, что ж ты стоишь-то? Что-то она и блок не ставит. Такое ощущение, что ее кто-то позвал, она отошла и не играет. Блин.
А не, вон, начала, но поздно уже, жизни-то уже осталось меньше половины. Блин, так вот, так начала, так вот раунд затащила, и вот так вот проиграть, ну... Флаус Виктори, кстати, теперь. Вот с локтя получил. Джакс wins. Flawless victory. Give your respect. Throne defended. Так, встречаем Скрим, 73-й регион. Сейчас будет, наверное, зверский Кунг Лао. Давиденко у нас выбрал Джонни Кейджа. Опять кто-то... Да что ж... Сейчас нули будут. Ого, неплохая серия по яйцам. Лау решил быстро с ним разделаться после этого. Пока не выходит. Джонни сильный соперник. Нарвался на перкот. Очень обидно нарваться на перкот таким ударом. Это же коронный удар Кунг Лао. Уж 1-0 в пользу Скрима. Раунд 2. Да, похоже, Скрим подобрал тактику против Давиденко. Хотя нет, сейчас уже, сейчас начал огребать, но это единичный случай, я думаю. Эх, на апперкоты часто нарывается, очень часто. Для Джонни такой хороший апперкот, который цепляет всегда всех. Вот опять он цепанул этим апперкотом. Да, ему лучше как-то подходить к нему спереди, чем прыгать, потому что ненавистный апперкот. X-рейчик попер. Ого! Теневой удар усиленный прошел сквозь шляпу. Не знаю, поможет это Джонни Кейджу. Ему помогут только опять апперкота. Ну сейчас надо было подсечку делать и не ёживаться. Сейчас будет распил Джонни. Да. Кунг Лао wins. Fatality. Pay your respects. Наконец-то нормальная фаталити. There is a new king. Так, на арену вышел Enjoy 316. Не помню этого игрока. Возможно, он впервые у нас. Сейчас как нагнет, так нагнет. Вот ролик уже нагнул. Ого. Ого. Ого.
сперло, блин, комбо от Найтвульфа. 9 ударов. Серьезно. Так, 1-0 в пользу Найтвульфа. Скрим как-то не знает, что с ним делать пока что. Вот опять нарывание на апперкоты. Постоянно все нарываются на апперкоты. Я не знаю почему. Да, это, по-моему, блин, просто жесткое доминирование. Что ж, 2-0 в пользу Энджоя. Не знаю, чего от него ждать дальше, будет ли он менять персонажа. Вот, видимо, он все-таки скипнул ролик, поскольку ему скрим ставит нули. Сейчас посмотрим, как все он будет вести себя дальше. Так, а кстати, сейчас моя очередь выходить на арену. Так, ну возьму-ка я, пожалуй, скорпиончик. Скорпион. Джонни Кейдж. Так, ну ладно, хоть персонажа поменял. Ага, понятно все. Ну ж, ладно, будем стараться. Ого. Ого, блин. Тихо. Короче, единственное, что я могу против него противопоставить, это... О, какой-то вообще задротистый чувак. Это сколько ударов-то он мне наносит. Офигеть. Вот это задротина. Это зонинг называется. Жесткий. Так, все, я нарвался. Блин, как же так-то? Да блин, ну что, даже перепрыгнуть не получается. Ух ты, черт! Вообще просто как щенка меня сделал. Чувак, прекрати скибать ролики. Ну он сейчас сейчас я ему 0 точно поставлю, чтобы он понял, что он делает неправильно. А там уже пускай думает. Ну если это продолжится, то больше никогда он к нам не попадет на мясо. Throne defended. Так, Шэдон выходит на арену. Синдел. Ого. Ну возьми Рейнов. Давно никто не брал. Рейн. У меня его нет, например. О, круто. Почему-то не очень популярный персонаж. У многих же он есть, потому что у многих Complete Edition. Ну заплевал. А что у нас вообще может Рейн? Он же может там что-то водички побрызгать или что, я не знаю. Давай, освежи эту старуху. Хватит ей плеваться. Она себе уже на X-Ray наплевала. Насосала. На X-Ray. О, отлично. Во, вот так ее, короче, блин. Давай, долби этим ударом почаще. Она взлетела и сразу этот удар.
Как ты его сделал? Давай. Ну хватит блокировать. Давай делать удар из-под земли. Ну хватит сидеть. А почему-то сзади-то он выскочил, а не из-под нее. Непонятно. Да, заплевали. Очень некрасиво, кстати. Заслуживает явно нолики. Ты боец. Ну, с другой стороны, Шэдон тоже должен как-то что-то думать в этой ситуации. Не просто стоять, ходить и все. Бить-то надо иногда. Вот чё ж ты не ударил? Давай. Давай, делай что-нибудь. Мочи эту старушенцию. Блин, душ. Офигеть. Да. Это что-то как-то совсем как-то обидно. Синдел wins. Flawless victory. Еще и Flawless victory. Одним плювками. Нехорошо. Нехорошо. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Нехорошо. Ну, увидишь нолики, ну сделай выводы, чувак. Или ты такой туго соображающий. Как плохо стало из-за того, что в игре перестала работать голосовая связь. Хоть можно было чуваку сказать, в чем его ошибка. А вот зря не насобирали на мясо на Xbox. Кстати, там кто-то 200 рублей скинул, еще 800, и мы смогли бы его приобрести. Игру на Xbox и делать там мясо. Там хоть голосовая связь работает. Давай, Нут, вся надежда на тебя. Хотя я не уверен, что так круто, как вот этот вот задрот Enjoy. Он наслаждается, когда задротит. Как, впрочем, остальные задроты. Да, вот, ощути себя в нашей шкуре, когда тебя так колбасят. Правильно, правильно, жарь. Вот я его пытался жарить тоже. Он Джонни Кейджем ко мне подъезжал своей ногой. И лупил. О, молодец, ну, затащил первый раунд. Респект. О, давай, блин. Красава. Молодец. Давай, 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 попер. Что-нибудь сделай. Ты должен. Эх, нут. Так, о, Enjoy еще X-Rage припас. Почему, кстати, огонь сейчас не сработал, непонятно. Он блоки пробивает, блок. Блин, стоит в блоке, стоит, бросок ему надо делать. О, красиво. О, молодец, поджарил чуть-чуть, задок. Но, кстати, жизни-то у нас у Нуда меньше. Сейчас чувствую, он все-таки проиграет. Не хотелось бы, конечно. Давай, давай, что-нибудь. Печально. Печаль, беда, друзья.
Pay your respects. Throne defended. По-моему, у нас там Каменский выскочил на арену. И у нас два страшных Найтвульфа стоят. Уж не знаю, что может сейчас сделать ему Каменский. Nightwolf. Противник довольно серьезный. Скорпион. Скорпион против Найтвульфа. Видимо, круг владения у персонажей закончился на 4. Точнее, даже на 3 получается, потому что... А, нет, на 4. Это 5-й бой получается. Плохая была подсечка от Каменского. И это все, что было от Каменского. Представляю, сколько сейчас бы было матершина, если бы у нас работал голосовой чат. Но сейчас материться уже нельзя в интернете, как вы знаете, так что... Да, неплохо, неплохо. Нижняя атака. Ох, красиво. Ой, блин. Брейкер. Все, спорол, всю малину. Все. Заработал себе еще один нолик. И он до сих пор не знает за что. Ну ладно, дело его. Каждый раз, когда я вешаю объявление по онлайн-мясу в группе ВКонтакте, кто не знает, я пишу правила. Первое, не скипать ролики, второе, менять персонажа после победы. Возможно, это просто какой-то залетный чувак, просто увидел, что в нашей комнате много народу играет, решил заскочить. Все может быть. Так, Бифи взяла Лю Кэнга. Не знаю. Хорошо бы у нее что-нибудь получилось. Раунд 1. Файт! Пока ничего не получается особо. Кэна делает бесконечную серию, 8 ударов. Нарывается на X-Ray все, что осталось у Лю Кэнга. Да, это все. Первый раунд на этом завершен. Ну что ж, во втором раунде Лю Кэнг что-нибудь сможет предпринять или нет, а? Ну. Давай, 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 давай. Ну. Сядь на апперкот, сделай, он тебя прыгает постоянно. Блин, какие серии, а? Вроде и короткие, и как-то вот в то же время непонятные. 10 ударов, офигеть! Ну, откуда ты взялся, чувак? Ну не наберешь ты себе очков респект здесь, так, с... Нули! Одни нули. Осталось всего 2 боя, кстати, до конца этой серии. Я уже не уверен, что кто-то сможет сместить этого чувака. Ну что поделать, доиграем, так доиграем. Пишите ваши предсказания, сможет ли кто-нибудь его сместить. Осталось-то вот Давиденко и Скрим. А, есть ли у кого-то шансы сместить этого персонажа с арены? Пишите в комментах.
Сарикс нарывается на кучу атак от Скорпиона и даже, по-моему, не дают передохнуть. Вообще не дают передохнуть. Чё? Вот так же я играю за Сарикса, короче, ребята. Ну, вы поняли. Как-то в скорости он вообще что-то не катит. Лаус Виктори, офигеть. Что, под котиком? О, молодец, давай, долби, долби его. Офигеть, 11 ударов. Слушай, я не знаю. Ну все, ну все, задолбил, ну задолбил чувака. Give your respect. Неужели он до сих пор не понял, что всего лишь получает нули за то, что скипает ролики? Блин, я не знаю, насколько надо быть тупым. Не хотелось бы оскорблять, но если... О, отлично, молодец! Дай нам сыграть, последний боец! Вот это подарок, чувак! Молодец, спасибо тебе большое, что ты свалил отсюда, и больше, пожалуйста, не приходи. Ладно, хоть поучаствую в решающем бою. Блин, Найтвулф все равно уже задрал, если честно. Своим топориками тут всякими этими, не знаю. Тихо! Блин, вот это облом. Все, я расстроился. Сегодня уже, значит, ничего не прокатит. Наверное. Почему блок зарабатывает против огня? Я не понимаю. Ой, блин, хана мне. Сейчас, сосредоточься. Прыгай, прыгай. Ну. Блин, зачем я это сделал, уже блоки стоял, ну, нервы. Блин, дочь. Что-то апперкоты очень сильно срабатывают. Стоит прыгнуть в сторону противника, как ты рываешься на апперкот. Вроде ты прыгаешь тоже с ударом, но почему-то, блин. Ну почему мой апперкот не сработал? На тебе, блин. Опять мой апперкот не срабатывает. Блин, где телепортация-то, чёрт! Ну ладно. Поехали на метро. Домой. Хоть кто-то заслужил десятку. Что ж, а на этом данная серия завершается, друзья. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк, если хотите продолжения. До новых встреч!